Здравствуйте, уважаемые друзья. Очень часто звучат обращения, что оппозиции нужно объединяться. И эти же обращения звучат в мой адрес. Но когда я задаю вопрос, а с кем нужно объединяться, назовите действительно оппозиционные организации, назовите тех людей, которые, на ваш взгляд, действительно являются лидерами оппозиции. Ну, как правило, здесь молчание, только восклицание, что ну есть же эти люди. Или мне предлагают, например, объединиться с такими агентами режима, прокладками, как Жамбулат Мамай. Мы знаем, что эта власть специально таких людей выстраивает, чтобы увести протест в сторону, обмануть вас. И мы хотим провести на эту тему эфир. Пишите свои комментарии, предлагайте, озвучивайте идеи. Мы в ближайшее время на эту тему поговорим в прямом эфире.